Комплекс «Краснополь» производится серийно и пользуется широким спросом на международном рынке оружия. Опыт его применения в различных климатических и рельефных условиях, в том числе в боевых ситуациях, позволил обеспечить дальнейшее его совершенствование. На экране управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М». Применение модернизированного снаряда «Краснополь-М» позволило увеличить дальность стрельбы, расширить частость и диапазон боевого применения снаряда и значительно повысить могущество боевой части. Существенно повысились эксплуатационные характеристики снаряда за счет отсутствия необходимости стыковки отсека управления и снарядного отсека и автоматизированного ввода установок стрельбы на борт снаряда. Для управления огнем комплекса «Краснополь» разработана носимая система управления огнем «Малахит». Носимая система управления огнем состоит из малогабаритного лазерно-тепловизионного целеуказателя, обеспечивающего подсвет целей как в дневное, так и в ночное время суток, пульта командира с вычислителем и аппаратурой космической топопривязки, цифровых средств связи, обеспечивающих прием и передачу голосовых сообщений и кодограмм, формируемых пультом командира. Комплекс «Малахит» обеспечивает обнаружение и опознавание целей в любое время суток, определение координат целей, в том числе движущихся, топогеодезическую подготовку командно-наблюдательного пункта и огневой позиции, расчет установок стрельбы, прием и передачу информации и команд между командно-наблюдательным пунктом и огневой позицией по радиосвязи. Мобильность комплекса, всесуточность его применения, автоматизация определения координат целей, расчеты установок стрельбы и передачи данных с наблюдательного пункта на огневую позицию позволяют в 3-5 раз сократить время подготовки и планирования огня ствольной артиллерии.